Хорошо, что отыгрались на последних минутах, это всегда приятно. Практически такая ничья, как победа, потому что все-таки заработали одно очко. И хорошо, что начинаем турнир с набранными очками. Если бы было поражение, было бы, конечно, тяжело. Ну, хорошо подготовились, много поработали, почувствовали свою силу. Плюс еще только начало турнира, волнение. Многие ребята не участвовали на таких больших форумах, поэтому все-таки чувствовалось, что немного волнуемся.